Такая добрая и приятная традиция существует далеко не на каждом предприятии. На УХК своими специалистами дорожат и с большим уважением чествуют тех, кто отдал Уральскому электрохимическому многие годы своей жизни. Я, когда сюда приехал, мне рассказали об этом прекрасном проекте. Просто, мне кажется, великолепная такая находка, великолепное решение, прекрасный проект. Вот. И сейчас появилась возможность вживую пообщаться. Наконец эта пандемия завершилась, закончилась. Я вас от души поздравляю. Всего вам доброго, долгих лет жизни, здоровья, чистого мирного неба над головой. Я впервые вообще в принципе. Я нигде из своих прошлых мест работы такого не видела. И мне кажется, это очень здорово. Ну, то есть знать тех людей, которые много лет работают на предприятии. Иметь возможность их поздравить. Я хочу сказать вам и пожелать здоровья. В первую очередь, чтобы у вас были силы на исполнение ваших желаний, чтобы ваши желания сбывались, и чтобы мы поздравляли вас в таком составе не в последний раз, чтобы вы остались у нас, мы там через 5-10 лет опять встретились и вас поздравили. Первые из присутствующих поздравили Ольгу Акишеву, заместителя генерального директора комбината по экономике и финансам. Ольга Валерьевна почти четверть века назад пришла сюда на работу и навсегда влюбилась в это предприятие. В самом начале комбинат удивил ее своей масштабностью и коллективом больших профессионалов во всех сферах его деятельности. Она с большим трепетом говорит о своих наставниках. Только те, которые работали в 14-м отделе, было огромное количество коллег, которые работали в подразделениях. Также среди юбиляров Владимир Бакулев, электромонтер по ремонту и обслуживанию оборудования службы главного энергетика. Владимир Григорьевич пришел на комбинат в летний июльский день в 1970 году и с тех пор уже 52 года трудится на ставшем родным предприятии. Накопленный за полвека опыт сейчас он успешно передает молодежи комбината. Плохого ничего не могу вспомнить. Ну, все хорошее. Так, как говорится, и наставники у меня были хорошие, и даже в те времена, когда пришел на комбинат, и сейчас тоже достаточно уверенные и, ну как, помогающие. Но кроме того, что я уже сам более в таком опытном возрасте, ну и помогаю молодежи. Всем здоровья, конечно, дальше продолжать и работать, и жить, ну и свои увлечения продолжать. Заниматься своими увлечениями. Все. Что еще-то? Все, кого чествовали в этот день, посвятили работе на УХК десятки лет. Это профессионалы своего дела, поддержка которых – приоритет для руководства комбината. Кадры здесь ценят. Наверное, именно поэтому приходящая сюда молодежь остается и посвящает большую часть своей жизни именно этому предприятию. А возобновленная традиция будет и дальше трепетно сохраняться, ведь в юбилейный день рождения сказать простое человеческое спасибо дороже всяких наград. Виктор Малышев, Павел Сизов. Объектив. Итоги.